Кандидаты в Горсовет от «Единой России» сегодня зарегистрировались в избиркоме. Среди тех, кто получал удостоверение для участия в выборах, был и глава Красноярска. Бороться за депутатские кресла от единороссов будут 74 человека. В прошлом месяце они прошли отбор на предварительном партийном голосовании, где участвовало около 200 кандидатов. Среди них учителя, журналисты, волонтеры, врачи и строители. Наши кандидаты представляют основные профессии, основные сферы жизнедеятельности города. Мы рассчитываем на то, что это даст возможность нашей команде в составе городского совета депутатов профессионально, ответственно, опираясь на реальный опыт, решать проблемы развития города. Список в городской совет возглавляет мэр Сергей Еремин. Глава города объяснил свое участие в выборах, которые состоятся 9 сентября. Мне надо еще посмотреть вот этот пласт от работы. Как же, какие потребности сегодня формируют жители нашего города перед депутатом городского совета. Мне это крайне необходимо, и считаю это важным моментом. Поэтому, когда все поймешь сам, извините меня, на своих плечах, а и на своем горбу это все прочувствуешь, тогда, поверьте, принимать решения намного проще и понятнее.